Доброе утро, друзья. Сегодня у нас был на рыбалке Андрей на суточный, вот с таким вот замечательным уловом, весом 18 килограмм. Андрей, расскажите нам поподробнее про рыбалочку, на что брал, в какой промежуток времени. Приехал в 10 утра, до темна поймал 8 рыб, клевал в основном на белую либру сверху. Под мостом поймал 2, на магот белый с красным. Потом стемнело, 3 рыбки поймал до часу ночи, и с утра она очень хорошо клевала. И под мостом также на белый магот, белый с красным, и на желтую либру потемнул. А после зарубления с утра? После зарубления вот это вот поймал на 100 грамм. Ага, под мостом, ясненько. На черный магот. И все. Все, поздравляю вас с замечательным уловом. До свидания, спасибо. До скорых встреч.